и зафиксировали. В данном случае мембрана будет выполнять две функции. Первую — барьерную, она будет разобщать остеозамещающий материал от слизисто-костничного лоскута, что даст более длительный срок биодеградации материала и позволит сформироваться качественной костной ткани в области лунки и дефекта вестибулярного, который мы замещаем. Вторая функция в данном случае — это будет увеличение объема и толщины прикрепленной десны в вестибулярной поверхности, так как твердая мозговая оболочка обладает свойством увеличивать толщину ткани, в которой ее поместили. Ранее приготовленный замешанный остеозамещающий материал – это губчатое вещество лагинного происхождения, крошка, замешанная на крови, разведенной физраствором. Конденсируем лунку. Все принимающее ложе заполняется крошкой. Вот таким вот образом. Мембрана заводится вестибулярно, укладывается на остеозамещающий материал, сверху закрывается слизистым костничным лоскутом, герметично ушивается.